на регулируемом перекрестке место для разворота. Ты что делаешь? Перестраиваешь. Ну, просто заранее, а то потом опять не пустят. Окей. Пока не было никого. Ну, понял. Вы пугаете. Я пугаю? Да нет, это ты меня пугаешь. Здесь уже. Вот я про это и интересовался, что ты делаешь. У нас какая команда была? За регулирование. За регулирование. В смысле налево? Разворот. А, разворот. За перекрестки, а не на перекрестке развернуть. За перекрестки. Крути руль, поехали. Во-первых, это даже не регулируемый перекресток, это пешеходный переход регулируемый. Вот здесь выезды с прилегающих территорий, во-первых, раз. Это не является перекрестком регулируемым, понимаешь? Вот. И второе понятие, ты спрашиваешь, как за ним. Вот ты идешь, тебе скажут, зайдите за угол. Ты же в угол биться не будешь, ты же обойдешь его, да? Ты же на перекрестке. За перекрестком. То есть ты должна выбрать перекресток регулируемый, проехать его, то есть миновать его, проехать. Он у тебя должен сзади быть, а после него искать место для разворота, а не на нем. Понимаешь? Тебе скажут, зайдите за угол, ты же в угол биться не будешь, в двери входить не будешь. Ты зайдешь за дом, правильно? Ты не войдешь в этот дом. То же самое.